По-прежнему Silent Hill. И так каждое утро. Планы на сегодня. Старшего отвезти на тренировку, младшего отвезти на день рождения, а самим выбраться на базар. Я не знаю, честно говоря. Беги, хорошо поплавать. Нет, это не их машина. Надо сейчас хорошо поспать. Поспать. Да, поспать было бы хорошо, наверное. Пока старший плавает, можно и побегать. Место для бега вдоль речки. Сейчас попробуем к ней подойти. Попробуем. Речка, кстати, называется Альзет. Блин, кусты колючие. Спугнул цаплю, снять не успел. Блин. Прямо спортивная Мекка здесь. Ну так и есть на самом деле. Тут с утра все бегают, катаются. А вот та, которую я спугнул от речки. В том месте. Привет. Вспомнили про еще одно задание. Завтра еще и старший идет на день рождения, а подарок еще не куплен. Поэтому сейчас после его бассейна заскочим еще за подарком. Идет на день рождения к сестре своего друга. И мы долго думали, что же подарить сейчас девочке. По-моему, 11 лет исполняется. Чем сейчас увлекаются 11-летние девочки, точно не знаем. Стали гадать. Для верности решили спросить у нее. И что вы думаете, она выбрала на свой день рождения? Нерфы. Здесь аэропорт Люксембурга находится. Как они сейчас взлетают, страшно себе представить, если честно. Еще один безусловный плюс осени – это потому, что сезон хурмы. Петь, готов? Да. Взял подарок? Да. Угу. Все, мы ушли, пока. Да, вот именно здесь ты был, точно, Петь. Там
панда. Да, где пандочка. Ну, прикольно, значит, ты там уже все знаешь. Угу. Вообще непонятно, что. Вообще какой-то ресторан. Да, там вот эти. Не можем найти виновницу торжества. Волнуется, что не сможет подарить подарок. Ну вот, нашли. Как-то поиск именинницы немного затянулся. Не знаю, успеем ли мы теперь на базар, но попробуем. Сейчас, подожди, я на машину переключусь, наверное. Как-то. Я больше слышу демонстрацию, чем тебя. Короче, мы идем на фуд-базар. Где он проходит, ты мне скажи. На фуд-базар? Это фуд-базар? Ну, а какой? А я не знаю, где он вообще и как он называется. Ну, сейчас я... Он называется International Bazaar. А, International Bazaar. Где это? В Киршберге или нет? По-моему, да, где-то в Киршберге. Боже мой, кто это там орёт? А они там против чего выступают-то? Хазары. Да кто это там? Типа остановите геноцид хазаров. Хазары. Я не знаю, что это. Интересно. Да, да, да. Да, но сейчас там закрыт. Да, очень странно. Короче, сейчас мы еще пару километров навернем, наверное. И как раз придем. Идем искать еду срочно. Индию. Мы пропустили Индию.
базар, настоящий базар. Действительно международный, не обманули. Действительно international. Да. Не, классно, нам понравилось. Теперь забрать сына, поиграть в настолку, посмотреть кино и спать.